Все три игры у нас складывались по-разному. Если первые две игры мы практически сыграли под копирку, значит, там и счет практически был одинаковый, 61-64, то к третьей игре, естественно, мы подошли уже на фоне усталости. То есть если эти игры были в любом случае для нас полезны и важными, да и в плане того, что это у нас были первые игры в таком составе, значит, на уровне сборной, значит, и важны еще в том плане, что мы в первых двух играх мы проверяли свои наработки, а в третьем нам было важно посмотреть, как игроки будут играть на фоне усталости действовать. И как мы видим, сегодня картина не очень приятная, скажем так. Но у нас еще есть время, будем работать. Пищу для размышлений эти все три игры для дальнего очень много. Поэтому то, что они, скажем так, важны были в плане подготовки, что если бы, допустим, условно, скажем так, что если бы мы выиграли, эти недостатки бы так бы сильно не проявлялись. А вот именно в проигранных матчах они вылазят все наружу, все недоработки, все недочеты. Так что они дали нам много поводов для размышлений. У нас до вылета на чемпионат Европы осталось 7 дней, неделя, собственно говоря. Завтра у команды будет выходной, они пройдут диспансеризацию, значит, и еще 3 дня мы работаем на базе, еще один у нас там получается выходной, и 8 у нас последний тренировочный день, 9 утром мы улетаем. Значит, ну, постараемся за эти 3 дня, времени, конечно, мало осталось на подготовку. Нужно их, во-первых, восстановить, привести ее в нормальное состояние. По этой игре показали, что девочки у нас хорошая, команда может играть хороший баскетбол, показывать хороший баскетбол. Ну, для этого нужно было, наверное, провести чуть больше спарринговых игр. Но у нас так не получилось, так что постараемся потянуться за эти 2 игры. Da, my mieli grać z Finkami, no ani grać w europejskim IOF, czyli Europejski Olimpijski Czempionat. No i Ukraina, której bardzo dziękujemy, że chciała z nami zaigrać swoje zapasy. Ja widział Bułgarię, Łotwę. No, посмотрел, no, что уважаем Украина, как будет, а у ней очень хорошие стрельцы. Но теперь, в дальнейшем запасе, но не тройков не было, але я играл с ними в Турцию. Но идет в добрую сторону, и как будет, не будет контузии, но то, życzymy, чтобы аккурат авансовали до